1 сентября стартует отбор в президентский молодежный кадровый резерв. ПМКР – это социальный лифт, нацеленный на формирование новой управленческой элиты Казахстана. Стать участником проекта могут граждане Казахстана не старше 35 лет, с высшим образованием, знанием государственного языка и опытом работы не менее 5 лет. Отбор будет проводиться по ключевым отраслям государственного управления. Чтобы попасть в президентский молодежный кадровый резерв, нужно подать заявку на сайте pkrezerv.gov.kz, пройти тесты по работе с текстовой и числовой информацией и справиться с решением ситуационных задач кейсов. Далее эксперты оценивают компетенции претендента по итогам групповых и индивидуальных упражнений. После этого на собеседовании участник презентует свое видение по выбранной отрасли. По комплексным результатам всех этапов национальной комиссии формируется список из 50 кандидатов. Президентский молодежный кадровый резерв. Внеси свой вклад в развитие страны.